Модификация Евро R – это вершина модельного ряда Honda Accord и Torneo. Мечта любого хондовода – легендарный Torneo Евро R в кузове CL1 выпускался только для японского рынка. Мощное авто с узнаваемой внешностью и своей идеологией. Визитная карточка марки Honda – отличная управляемость. В Евро R ее обеспечивает отличная подвеска на рычагах с передним и задним стабилизатором, а также с дифференциалом повышенного трения. Тормоза не отстают, вентилируемые дисковые установлены и спереди, и сзади. Наличие электроусилителя руля вместо гидроусилителя может удивить, но он достаточно точно передает усилия, система хорошо настроена. Наружной красоте соответствует внутренняя. Салон Евро R именно в стоке. Это сиденье Рекара, отделка панелей карбоном, белый фон приборов и руль в коже. Не броско, но качественно. Эргономика также на высоте. Двигатель H22A объемом 2,2 литра выдает 220 лошадиных сил. Мотор оборудован системой VTEC, плюс механическая коробка передач с пониженными передаточными числами, что вместе дает впечатляющий эффект после набора 5400 оборотов. Так что разгон до 100 за 6,8 секунд, как заявлено производителем, вполне реален. А это весьма неплохо для машины длиной 4,5 метра и весом примерно 1,4 тонны. Расход бензина 10-12 литров в городе, но заливать рекомендуется 98-й. Глядя на этот авто, можно понять, почему люди выбирают машину Honda. Выбирают из-за идеального баланса комфорта, мощности и управляемости. Чуть не сдуло, нафиг.